Всем привет, с вами канал Все Китай, и это обещанный игротест далеко не игрового телефона TCL 30SE. На него буквально пару дней назад был обзор, если не видели, ссылка есть в описании. Я не стал этот телефон нагружать лишним софтом с отображением FPS, так как даже без него часть игр из тех, что я покажу, идет с лагами. Но все-таки на этом телефоне вполне можно и поиграть. Впрочем, сейчас вы сами все увидите. В описании под видео есть весь список игр, которые я покажу. Также названия игр будут на экране. Как обычно, если вас интересует какая-то конкретная игра на этом телефоне, с помощью таймкода сразу можете к ней перейти. Ну и также для тех, кто все-таки верил, что тут будет работать Fortnite, я вас разочарую, он не работает. Ну, если быть точнее, его нельзя сюда установить. И по неведомым мне причинам не работает GTA San Andreas, которая куплена у меня в Play Market, из Play Market я ее и устанавливаю, но тыкнув на значок, при запуске она просто вылетает. Хз почему. Все же остальные игры дальше. Приятного просмотра.